все, что мы зарабатываем, вообще идет не на водку, там, не куда-то там, ни налево, ни направо, это мы содержим. И снимаем квартиру, комнату, снимаем помещение, где жить в первую очередь. Я играю лишь для того, чтобы мое сердце, оно через музыку растапливало сердца жителей этого города, и чтобы было приятно жить всем, и чтобы было радостно, и чтобы люди через эту музыку учились не просто давать копейки на что-то или жалеть эти копейки. В этом нет смысла, не в деньгах счастья, а в том, чтобы мы были хоть немножечко стройней, чтобы мы немножко улыбались, чтобы немножко наши сердца умели растопить, и чтобы друг другу помогали не просто деньгами, а просто хотя бы улыбкой и всем тем, что у нас есть. Это наша дружба, наше понимание, наша поддержка словами и так далее.